Здравствуйте, это программа «Актуальный разговор». Меня зовут Альбина Полищук. Выпуск мы сегодня посвятили Великой Победе 1945 года. В гостях у нас Михаил Черепанов, председатель Татарстанской ассоциации «Клуб воинской славы», лауреат Госпремии Татарстана в области науки и техники за подготовку и выход в свет 28-томной, на тот момент 28-томной книги памяти и заслуженный работник культуры Республики Татарстан. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, Михаил Валерьевич, что вы сегодня с нами. В этот замечательный день, 78 лет прошло со дня Великой Победы, из бойцов, которые ушли из Татарстана, на тот момент Советской Татарии, на фронт, не вернулись домой. 50%. Каждый второй не вернулся, да ведь? Больше. 374 тысячи не вернулось. Это... Я слышала, что это примерно 10-11% населения Татарии на тот момент, да? То есть мы каждого десятого потеряли своего земляка. Сегодня сколько еще бойцов, сколько имен мы еще не знаем? Ну, дело в том, что почему-то, когда создавалась книга памяти, нам не разрешали заносить тех наших земляков, которые родились-то в республике, но призывались, например, из соседней Башкирии, из Удмуртии. А почему так происходило? А нельзя было их заносить в книгу памяти. Нарушалась статистика. И поэтому в книгах памяти красных, которые выпускались во всех регионах Советского Союза, там были только призванные с этой территории. А мы при содействии и при поддержке нашего правительства с редактором Анатолием Александровичем Ивановым, к сожалению, уже покойным, приняли решение, мы будем заносить и уроженцев тоже. Сегодня в книге памяти как может сколько быть три брата, один занесен, другой нет. Вот это абсурд. И мы назвали по этому книгу «Хетерк. Память». Хетер. И она была черная. В отличие сегодня от сколько томов? 28 на момент ну, вот дополнительный том вышел а в прошлом сейчас... году. Да, мы продолжаем выпускать по одному в год хотя бы дополнительный. Это уже потому, что сведения о гибели рассекречиваются только вот буквально в последние месяцы. Да. В интернете то есть пополняется именами рассекреченными или останками найденными на местах боев, но больше половины, то есть 200 тысяч в книге памяти было просто погиб и все. Где погиб, когда погиб, что... А юридически вообще они обозваны были и до сих пор, кстати, пропавшими без вести. То есть ни один из них не считается юридически погибшим. С точки зрения юридической, какая разница? Чем чревато, если оставить все как есть? Ну, давайте проверим. Приходите вы в военкомат и говорите, я внучка пропавшего без вести. Отношение к вам какое? Ну знаем мы их. Он сейчас у тебя живет в Турции или в Канаде. И вообще дезертир какой-нибудь. Ну, я уж не говорю про власовцев, там, легионеров каких-нибудь. Какая пенсия? Какие льготы? Ты еще скажи спасибо, что тебе разрешили поступить в нужное там учреждение или там в нужный, на нужен завод на работу. Это было в советское время четко. Я внук пропавшего без вести, правда, который вернулся живым после плена. Я отлично знаю судьбу своего отца. Разговор идет о чем? Сегодня вроде бы как разницы нет. Вроде бы как, ну пропавший, ну погибший, ну подумаешь. А, так дело-то в том, что есть такое понятие признать погибшим за родину. То есть военнослужащий потерял жизнь. Это значит, что родина должна вернуть его семье, во-первых, доброе имя этого погибшего, он погиб. Ну, не герой, но погиб. А во-вторых, конечно, компенсацию, то есть пенсию достойную. Ну, родителям ли, вдове, детям. Но на пенсию могут претендовать кто? Вдовы только? Родители, вдова и дети. Дети тоже. Дети. Сейчас уже ни тех, ни других, детям уже под 80 и больше. Да-да-да. Но проблема-то остается. Представьте себе быть внуком, например, предателя Родины, который неизвестно где пропал. То есть это, по сути дела, алиментщик, который не платил все эти 80 лет алименты своей дочери, своему отцу, своему сыну. Извините, это
порядочно по отношению к погибшим. Вы с такой болью об этом говорите. Так вы прочувствовали эту историю. Я вот поставил историю, себя, да? я старший лейтенант запаса. Я поставил себя на их место. Вот я ушел и погиб. Ребята меня не похоронили, не смогли. Ладно, понятно. При отступлении, при окружении. Лежу я под березкой до сих пор в той же позе, в какой погиб. Так еще и дома меня считают живым. Нормально. Не обидно. А вот потомкам, вот нынешним потомкам, детям, вы говорите, уже под 80 этих участников войны, внукам стало быть 50 с хвостиком, 60. А вот их эта тема волнует, интересуется, когда вы возвращаетесь в добрые времена. Это очень хороший вопрос. Меня все время убеждали, что ну что ты, перестань ты этой ерундой заниматься. Никому это сейчас уже не надо. Ну пропал, погиб, какая разница. А вот последний месяц я сейчас дежурю в редакции «Казанские ведомости» по четвергам. И мы просто объявили, кому надо, приходите. Идут как к экстрасенсу или как в поликлинику. Буквально вот в очередь бабушки стоят, чтобы наконец-то я ей выдал бумажку. Никуда он не пропал, погиб ваш папа там-то, там-то и там-то. Ну, могилы не у всех, конечно. В 41-м какие могилы? В 42-м в окружении могил нет. Но он погиб. Или умер от ран. Или умер в плену. Чувствуете разницу? То есть эта бабушка уже начинает немножко выпрямляться в росте. Она уже не внук и не дочка какого-то там дезертира. У нее папа герой. А молодежи-то интересно? А поколение помоложе приходит за этим. Сейчас мы молодежь ведь научили писать всевозможные рефераты, сочинения. Вот этот вот бессмертный полк с чего начался-то, да? С того, что надо судьбу узнать своего прадеда, не только фотографию, но какие-то наградные документы найти, какие-то подробности, даже если он живой вернулся домой. А выясняется, что в лучшем случае дети знали, но только имя своего прадеда. Они даже отчество не знали. Не то, что там какие-то заслуги, какие-то награды, Господи, Боже мой. И вот сейчас они в школе получают такие задания. Надо найти наградные документы своего прадеда, о котором ты ничего не... А он оказывается, ух ты, мы нашли 219 человек, уроженцев и жителей Татарстана, представленных званию Героя Советского Союза, которые не получили это звание. Не получили эту награду? Нет, ни погибшие, ни живые. Почему так происходит? Ну, конкретно, например, Петр Савинов, учитель из Рыбной Слободы, дважды был представлен к званию Героя за то, что был... По сути дела, тигробоем. Он из своей САУ подбивал тигры, как семечки щелкал. В последнем бою 4 тигра. Погиб от собственного дружественного взрыва, так сказать. Ну, бывало. Так вот, сколько ни пытались, вот буквально вот даже недавно уже президент Миниханов подключился к этой работе. Нет, нельзя. А нельзя, потому что из семьи раскулаченного. Это уже политика. Ой, а это уже политика. Вот мы сейчас заговорили о молодежи, как раз молодежи было бы, наверное, очень удобно и очень интересно и любопытно, по сути, заглянуть на страничку электронной версии книги памяти, которая тоже есть во Всемирной паутине, tatfrontu.ru называется, вот так это выглядит. Да, то есть это, конечно, при содействии Министерства культуры Республики создан такой сайт, он так и называется, tatfrontu.ru, виртуальный музей Великой Отечественной. Мы, кстати, единственная республика, которая имеет такой виртуальный музей, потому что там не только списки погибших, там все музеи республики представлены на этом сайте. Давайте не будем голословными. То есть разговор идет о том, что каталоги, каждый каталог желающий может не только найти какие-то сведения о своем родственники, о каком-то своем однополчанине, ну и найти родные музеи, посетить их виртуально, даже если он живет в Австралии, например. И что самое интересное, даже наградные документы сейчас, когда мы фиксируем, они же описывают подвиг как таковой. И это очень ценно, очень важно, когда правнук наконец-то узнает суть подвига своего прадеда. Это же важно. Это нужно. Вот сегодня, почему мы свою акцию и назвали совместно с председателем нашей ассоциации «Клуб воинской славы» Санией Мансуровной Газизьяновой, мы так и назвали акцию «Вернуть доброе имя». Потому что, ну даже вот она
внучатая племянница Гайнана Курмаша, это того самого Гайнана, в группе которого был Муса Джалиль. Казнены они были, как Курмаш и 10 других. И памятник-то вообще-то, конечно, Мусе Джалилю стоит правильно, но сейчас этот комплекс так и называется «Группа Курмаша». Так вот, Курмаш-то и был профессиональным разведчиком, который начинал эту работу. Вот недавно мы в Белоруссии как раз и побывали в тех местах, где 530 татар перешли на сторону партизан еще в феврале 43-го года. И спасли доброе имя всего татарского народа, всей советской страны. Если бы они тогда этого не сделали, было бы точно такое же понятие, как чеченец, как калмык, как крымский татарин, выслали бы всех. Сталин бы не пожалел. Депортация была бы и на Волге. На самом деле, конечно, колоссальная коллекция. Вот просто даже интересно, любопытно походить по этому сайту, изучать его. Откуда к вам попадают, например, для оцифровки вот различные документы? Ну как, это просил фонды музея. Конечно. А это фонды музея? Конечно. Это не родственники приносят? Это богатейшие фонды музея. Что вы, там такие вещи. Просто мы их не можем экспонировать в экспозиции, не во всех музеях, потому что их там просто миллионы таких документов. А вот в виртуальном виде, пожалуйста, не жалко. Там и газеты, там и уникальные фотографии, там и письма с фронта, само собой. И каких там, чего там только нет. Листовки фронтовые. Мы, кстати, листовки находили во время экспедиции, даже напечатанные на татарском языке иероглифом. Немцы обращались к татарам, приходите в плен, мы вас ждем, мы вам гарантируем жизнь и работу. Что за последние десятилетия изменилось в обработке информации, в ее какой-то, ну, в сборе, в хранении, в какой-то классификации всего того, вот, что самое есть главное, в наличии сейчас? Самое главное, когда сегодня? Мы в 90-е годы выпускали книгу памяти, не было ни интернета, ни базы данных, не были рассекречены списки погибших. Главное. Мы из пальца высасывали эту информацию. Практически я ездил по всем регионам, книги памяти собирал, и мы из этих книг памяти выбирали своих. Но это была совершенно неблагодарная работа. А вот сейчас любой школьник, не выходя из дома, берет мобильник, открывает сайт «Память народа». «Память народа». Это сайт Министерства обороны. Угу. И набирает родную фамилию, имя, и находит эту информацию, которая была засекречена до вчерашнего дня. Я вам скажу больше. Я интересуюсь своим дедушкой Зиадинов, Илья Зиадинович, и я наблюдаю, что каждый год там что-то добавляется. Конечно. Начиная с фотографий, конечно, там у него уже несколько фотографий, а изначально была только одна, конечно, заканчивая какими-то новыми документами открытыми. Если он был офицер, то да, уже появляется из личного дела фотография, конечно. И есть источники, где хранятся, конечно, где вся информация, конечно, хранится. Там Подольский, вот прям можно проследить. Всего, да. Конечно, конечно. И вот это-то и ценно. И вот самое-то интересное, что, конечно, тут вот спор идет большой. Если у человека не описано, где его похоронили, а написано просто «оставлен на поле боя», да? Вот считать его погибшим или нет? Вот немцы, например, в 1952 году посчитали, если из 3 миллионов из плена живыми вернулось только там несколько тысяч, значит, все остальные куда делись? Погиб. И правительство принимает решение признать считать их коллективную судьбу. То есть, где полк был в это время? В Калужской области. Не вернулся? Все, погиб в Калужской области. 100%. То есть, нет у них пропавших без вести вермахта. Нету. Я уж не говорю про союзников, там, про англичан, про всех остальных. Мы единственная страна, в которой пропавшими без вести считается большинство из невернувшихся с фронта советских. А пошло на фронт 34 миллиона. Вот сейчас посчитайте. Вот здесь на главной странице написано, что карточек создано 382 тысячи почти карточек. Что значит карточка? Ну, карточка — это такое некое это подобие персонального личного дела. Книги, да. На каждого. Просто видите, в чем дело. Когда мы создавали этот электронный вариант, я еще не знал, что оказывается из них больше 10 тысяч живыми вернулись после плена, после ранения, после того, как их посчитали погибшими. Они на могиле выбитой фамилии, а он живой вернулся. Ничего. Мы даже фотографировали некоторых ветеранов рядом со своими могилами. Он на гармошке сидит, играет. Вот, буду долго жить. 10 тысяч только таких вот примеров. Я уже не говорю о том, что были, конечно, дубликаты. То есть Валеев, он же Абдул Валеев,
То есть дома он Абдул Валеев, а в списках он Валеев. Ну и так далее. Там столько вариантов всевозможных этих дублей, дубликатов, карточек этих. Кто же их знал, что это один и тот же человек? Эту работу еще надо продолжать. Сколько, по вашим прикидкам, по вашим расчетам, еще осталось имен, которые мы не вернули? Ну, вот по поручению нашего президента, ныне Раиса Миниханова, наша ассоциация «Клуб воинской славы» с 2019 года рабочая группа нашла сведения о гибели 37 600 земляков. 37 600. Осталось еще проверить еще 140 тысяч. Ой-ой, ничего себе, какая пропорция. Всего лишь, да. Всего лишь 140 тысяч. И мы, понятно, что мы надеемся, что информация-то рассекречена вот-вот-вот буквально на днях. Поэтому вполне возможно, что из них пополнится вот этот список. Удастся, да, найти вот еще каждого третьего хотя бы. Но вся проблема в том, что это же работа, ее же надо делать. Это же пионер, не может волонтер победы. Он бегает, карточки эти самые, ленточки раздает. Это нужен профессионал, который все бросает и делает только это. Вот почему это нужно, конечно, продолжение финансирования. И я еще раз обращаюсь к нашему правительству. Если мы хотим доделать наше дело до конца и вернуть доброе имя нашим землякам, финансирование все-таки нужно. Небольшое, но нужно. Я предлагаю подвести итоги голосования. Мы обычно традиционно до начала эфира запускаем голосование в нашей группе ВКонтакте. В этот раз мы вас, уважаемые телезрители, подписчики нашего канала, спрашивали, а вот у вас, в вашей семье, есть участник Великой Отечественной войны, о котором до сих пор ничего не известно? Да. Посмотрите, какие ответы получили. 62% почти сказали, да, пропал без вести, ничего о нем не знаем. Вот. Больше половины ответили. Приходите это молодая, ко мне. Это молодая аудитория, у нас обычно голосует в интернете, сразу оговоримся, ничего не знаем. Есть погибшие, помним, ходим на могилу, ответили 14%. 14%. Это меньшинство, да, в нашем списке. И каждый четвертый сказал, нет, наши деды, прадеды вернулись домой живыми, ну, повезло, с войны. Повезло. И все-таки 9 мая я хотел бы напомнить, слово «победа» — это после беды. Это не фестиваль и даже не Олимпийские игры. Победа — это после беды, и о беде надо помнить, чтобы она не повторилась. Вот на этой ноте, жизнеутверждающий, хотелось бы закончить наш выпуск и поблагодарить вас за то, что вы нашли время к нам сегодня прийти. Успехов вам в вашем деле, и мы надеемся, что эти 140 тысяч имен будут в скором времени найдены, озвучены, открыты, этим семьям вернут доброе имя их героев. Спасибо большое. Мы можем. Приходите к нам еще. Это была программа «Актуальный разговор». Мы сегодня говорили о Великой Победе 45-го.